Здравствуйте, я врач-эндокринолог, врач-диетолог Павлова Ольга Михайловна. Сегодня мы поговорим про гипотиреоз, слабость, сонливость, отеки, набор веса и о том, когда же нужно вводить гормоны при гипотиреозе. Для начала, друзья, давайте вспомним, что гипотиреоз – это снижение функции щитовидной железы, а щитовидная железа – это главный орган энергообмена человека. Как проявляется гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидки, сниженный энергообмен? Первое, это, конечно же, слабость. То есть человек просыпается, ему сложно встать. Он себе несколько раз переставляет будильник. Вот когда человек многократно переставляет будильник, это первый сигнал к тому, что пора обследовать щитовидку. В норме мы проснулись, встали, пошли делать гимнастику, умываться, готовить завтрак. Это нормальный энергообмен, да? То есть первое, это вот с утра просыпаемся без энергии. Нет сил, ни утром нет сил, ни вечером. Вроде бы человек выспался, да, выходные. Он встает, понимает, что вот опять сил нет. Человек постоянно сидит на стимуляторах. То кофе с шоколадом, да, чтобы хоть как-то взбодриться, то крепкий чай, зеленый, черный. Причем это все дает очень кратковременный эффект. Это вот прям классика пациентов с сниженной функцией щитовидки. Когда человек приходит на прием, говорит: доктор, у меня вот избыточный вес, я все понимаю, что надо убрать сладкое. Но вы знаете, я прихожу на работу, и пока я кофе с конфетой не попью, у меня ощущение, что просто вот сесть на стул на рабочий и спать. То есть просто настолько нет энергии. И вот это вот состояние нет энергии, оно человека преследует постоянно. То есть взбодрился, попил кофе, 1-2 часа продуктивности, дальше снова эта яма. И человек вот эти вот постоянные, да, чай со сладким, кофе со сладким, в итоге... Он хоть как-то кое-как дорабатывает рабочий день, да, вес-то у него растет, потому что это постоянно сладкое, постоянно инсулиновые отклики. Пришел домой, думает, сейчас я там уборку сделаю, сделаю ужин. В итоге, пока доехал, сил нет, сварил пельмени, упал на диван. Это классика гипотиреоза. Следующее, это отеки. То есть такая структура тела, такая вот отечная, ножки немножко отекают, лицо пастозное. Причем пациенты настолько к этому привыкают, что они думают, ну просто вот я вес набрал, ну 30 лет, ну вот набрал вес. Да, ну вот на самом деле в 30, 40, 50 лет можно быть в прекрасном весе без отеков. И пациенты настолько привыкают к отекам, что некоторые даже этого не осознают. То есть, когда на приеме я спрашиваю, давно у вас отеки, там лицо, ноги давно отекают? Они говорят, ну да, вот у меня всегда одинаковое лицо. А потом, когда мы выравниваем функцию щитовидки, они, о, ничего себе, у меня оказывается лицо такое все рельефное, красивое, да, то есть человек привыкает к этим постоянным отекам, он такой как раздутый, да, вот это вот такой как шарик, некоторые прям говорят, мне надоело ощущение, что я постоянно раздутая, ну это классика гипотиреоза. Конечно же, набор веса. Замедленный энергообмен, то есть даже при умеренной диете, когда человеку есть-то неохота и ест он реально мало, у него идет набор веса. Причем набор веса не только и не столько за счет жира, сколько за счет задержки жидкости. Диеты не помогают. Ну, то есть человек с гипотиреозом, он и так мало ест. Он объективно меньше ест, чем пациенты с нормальным энергообменом, и на фоне этого у него вес растет. Сниженный эмоциональный фон. Человек привыкает, что у него нет сил, человек привыкает, что у него нет настроения. И сюда же подключается сниженная либидо, потому что просто сил нет, желания нет, хочется прийти, лечь и уснуть. Классика гипотиреоза. Сухие ломкие волосы, то есть ухудшается состояние волос, ухудшается состояние ногтей, да, энергообмен замедлен, понятно, придатки кожи будут страдать. То же самое кожа, очень часто бледная кожа, раннее появление морщин, ранняя сухость кожи, это все классика. Очень часто запоры, то есть нерегулярный стул. Все-таки стул у нас должен быть как часы ежедневно, да, стул раз в 2 дня, это уже не есть хорошо. Нарушение теплообмена, то есть человек мерзнет, то руки мерзнут, то ноги мерзнут, хочется накрыть кофточкой, хочется взять пледик в заведение, в бассейн в холодный, человек не хочет лезть, то есть нарушен энергообмен. Ну и по температуре тела это гипотермия, то есть низкая температура. Все-таки нормальная температура тела у человека 36,6, 36,5, 36,7. Это норма.
35,8, 36,2, 36,3 – это гипотермия, это сниженная температура тела. Если у вас постоянная низкая температура тела, вы постоянно мерзнете, нужно обследовать щитовидку. Кроме того, конечно же, это нарушение цикла, то есть это не только нарушение либидо в виде сексуального желания, это также нарушение менструального цикла у женщин, эректильная дисфункция у мужчин и, конечно же, снижение фертильности у обоих полов. Очень часто люди приходят на прием просто потому, что не получается родить ребенка. Ну, это очень часто. Соответственно, выявили симптомы гипотиреоза, да, туда же там давление, падение и так далее, нестабильный уровень давления, нестабильный сахар крови, да. Выявили симптомы гипотиреоза, пошли обследоваться. Что мы сдаем? Минимум это ТТГ, тиреотропный гормон, свободный Т4 и свободный Т3. По одному ТТГ все-таки, друзья, диагноз не информативен. То есть как минимум ТТГ, свободный Т4, свободный Т3. ТТГ – центральный гормон, который регулирует функцию щитовидки, показывает ее функцию за последние 3 месяца. Когда у нас периферические гормоны, то есть то, что щитовидка выбрасывает в день сдачи анализов, Т4 и Т3 начинают падать, у нас начинает расти ТТГ. Когда мы, друзья, с вами оцениваем анализы, все-таки важно учитывать возрастные нормы. То есть референс, лабораторная норма ТТГ, которая прописана для всех возрастов, от мала до велика, да, там, и в 18 лет, и в 80 лет. ТТГ прописана норма от 0,4 до 4, но мы понимаем, что в 18 лет и в 80 лет у человека разный энергообмен. И даже в 20, 30, 40, 50, 60 лет энергообмен тоже отличается. К примеру, возьмем бабушку, да, 60 или 70 лет, и возьмем внучку 20 лет. У них разный энергообмен, и, естественно, у них разная функция щитовидки. Когда вы сдаете ТТГ, врач, который интерпретирует анализы, должен знать возрастные цели по ТТГ. То есть часто терапевт смотрит, ну, в референсе все, иди ты здоров. А то, что у девочки в 20 лет показатели работы щитовидки, которые в референсе общевозрастном соответствуют работе щитовидки ее бабушки, терапевт об этом не думает. Он увидел отклонение, нет, все, иди. Задача терапевта – это выявить тяжелую патологию, назначить лечение. Это не обеспечить человеку максимальную продуктивность. Задача обеспечить человеку максимальную продуктивность – все-таки это задача узких специалистов, которые понимают, где возрастная норма и как должна работать щитовидка в 20 лет, в 30 лет, в 40 лет и так далее. Так вот, переходим к референсу. Да, референс от 0,4 до 4. В молодом возрасте оптимальный ТТГ это до середины референса от 0,4 до 2. Средний возраст порядка 1,5-2 до 3. Пожилой и старческий возраст уже ближе к верхней границе нормы, то есть 3-3,5 допустим ТТГ. Если к нам приходит девочка в возрасте 25-30 лет с ТТГ, 3-3,5, мы понимаем, что это несоответствие ТТГ возрасту. То есть для ее возраста оптимально 0,7-1,5, то есть ТТГ менее 2. Конечно же, мы начинаем восстанавливать работу щитовидной железы. При оценке ТТГ важно и ТТГ, и плюс Т4-тироксин и 3-йод-тиранин, активный гормон, свободный Т3, который как раз-таки поддерживает энергообмен. Причем важны не только показатели их изолированно, а мы их оцениваем все в комплексе. То есть какой ТТГ, какой Т4-тироксин в крови и какой свободный Т3, триодтиранин, активный гормон в крови. В некоторых поликлиниках не смотрят Т3. На самом деле это очень большой минус, потому что именно таки Т3, триодтиранин, отвечает за энергообмен. Есть так называемый синдром низкого Т3, либо синдром тканевого гипотиреоза, когда Т4 и ТТГ хорошие, действительно хорошие. Но нарушена конверсия Т4 в активный гормон Т3, из-за этого все симптомы гипотиреоза. То есть человеку говорят, да хорошее у тебя ТТГ и Т4 у тебя хорошее, иди не придуривайся, а у него слабость, сонливость, отеки, он вес никак не может снизить из-за плохой конверсии, то есть тканевого гипотиреоза. И это тоже та ситуация, которую мы прекрасно можем восстановить. Так вот, увидели немного повышенный там ТТГ, да, либо относительно возраста, там, молодого человека 3-3,5, либо немного относительно референса, да, сначала гормоны не вводятся, сначала мы смотрим,
хватает ли предшественников гормонов. Гормоны щитовидки – это белок, то есть белковый обмен, витамины, микроэлементы, которые влияют на выработку гормонов щитовидки, йод, витамин D, железо и так далее. Подробно у нас есть марафон восстановления щитовидной железы, там мы подробно обсуждаем нормы, нормы лабораторные, сколько, в каких дозах пить, загрузки и так далее, это можете пройти там. Но что важно понимать? Важно понимать, что когда мы только выявили начало снижения функции щитовидки, сначала мы не даем гормоны, мы сначала пытаемся восстановить работу щитовидки естественными методами. Это происходит на протяжении 3-6 месяцев, и дальше мы уже оцениваем. Либо мы действительно выровняли щитовидку, это часто бывает, либо же если щитовидка не отвечает на мягкие препараты, тогда уже, да, вводится гормональная терапия, то есть свободный Т4, L-тироксин, Эутирокс, либо свободный Т3, Тибон, Тирамель, Лиотиронин и так далее. То есть первое – анализы. Второе, мы, друзья, оцениваем уровень антител, АТЭК ТПО, АТЭК тиреоглобулину, АТЭК рецепторам ТТГ, чтобы понять, есть ли у нас аутоиммунное поражение щитовидки или нет. Если очень высокие антитела, да, то есть сильная иммунная система повреждает щитовидку, то там и аутоиммунный протокол, да, и плюс, конечно же, выше потребность в гормонах, то есть быстрее человек выходит на полную заместительную терапию, если у него есть гипотиреоз, соответственно, вследствие аутоиммунного тиреоидита. И третье, это, конечно же, УЗИ, то есть по УЗИ мы смотрим размер щитовидки, структуру щитовидки, узлы и кисты. Если есть большие узлы и кисты на фоне гипотиреоза, то при компенсации гипотиреоза у нас замедляется рост узлов и кист. Раньше вообще при узлах и кистах давали низкие дозы гормонов щитовидки, чтобы замедлить рост узлов. Вот, соответственно, исследовали гормоны, да, и когда же мы назначаем гормональные препараты. Первое, это когда у нас выраженно повышен ТТГ. То есть, вспоминаем, лабораторная норма от 0,4 до 4. И вот этот вот возрастной интервал, да, это то, что уходит на откуп эндокринолога. То есть эндокринолог решает, нужно вам гормоны вводить или нет. Абсолютное показание к введению гормонов – это ТТГ более 10. То есть тоже реально тяжелый гипотиреоз со всеми клиническими проявлениями, когда и ритм сердца нарушается, когда и отеки выраженные, и слабость дичайшая. И все внешние проявления гипотиреоза, ну вот уже человека этого за версту видно с таким тяжелым гипотиреозом. То есть ТТГ более 10, абсолютное показание к назначению гормонов щитовидной железы. Да, это первое. Второе, это изменения в работе щитовидки, несоответствие ТТГ возрастным референсам, когда негормональная терапия не дала эффекта. То есть человек пил аминокислоты, витамины, да, там, белок поднял, все у него по витаминам, все хорошо, все прекрасно, щитовидка не отвечает, окей, вводим гормоны. И третье, друзья, что важно понять, это подготовка к беременности. То есть даже в любой обыкновенной поликлинике, когда приходит девушка, женщина, да, и говорит, доктор, мы вот с гинекологом уже год бьемся, никак не могу забеременеть, посмотрите, вот, пожалуйста, гормоны. Смотрим и видим, что ТТГ отклоняется от возрастной нормы, к примеру, у нас пришла девочка в 25 лет, да, у нее ТТГ 3,5, то есть более 2. В этой ситуации, в ситуации подготовки к беременности с наличием неидеального ТТГ по возрасту, это так называемый синдром минимальной тиреоидной дисфункции, тут же назначаются в низких дозах гормоны щитовидной железы, чтобы все-таки она забеременела. И если рассматривать дозы, да, есть понятие полная заместительная доза, когда щитовидка вообще не работает. К примеру, удалили щитовидные железы после рака, после облучения щитовидки и так далее. И есть понятие неполные заместительные дозы. То есть, если рассматривать средние полные заместительные дозы, то это в среднем 1,6 микрограмм на килограмм веса. То есть на 70 килограмм у женщины, да, средняя полная заместительная доза, ну, порядка 112 микрограмм. Но тут же опять зависит все от чувствительности, у кого-то активнее работала щитовидка, у кого-то менее активная. То есть даже после удаления щитовидной железы два человека с одинаковым весом, со схожим образом жизни будут получать совершенно разные дозы L-тироксина. И поэтому, когда человек приходит, говорит, я сходил в поликлинику, мне подобрали дозы,
5 месяцев назад, я пью, мне плохо, что делать? Я говорю, сдавать анализы, контролировать, корректировать дозу. То есть чувствительность разная. Как мы сахароснижающие препараты подбираем по чувствительности, так и гормоны щитовидки тем более подбираются по чувствительности. То есть мы в динамике корректируем дозы, смотрим на анализы. И то, что касается терапии, да, в нашей стране есть препараты свободного Т4. Тироксин и эутирокс. За границей, Европа, Америка, Турция, есть препараты свободного Т3, йодтиронина, активного гормона. И все-таки наша щитовидочка в норме вырабатывает порядка 80% Т4, L-тироксина, и 20% Т3, йодтиронина. Когда мы говорим о качественной заместительной терапии, да, которая будет полностью поддерживать энергообмен, то все-таки часто это комбинированная терапия Т4 плюс Т3. То есть та же самая ситуация. Приходит человек на L-тироксине, говорит, ну сил нет. Т4, ТТГ, вообще у меня супер. Мне говорит, доктор, ты в космос полетишь. А я с кровати с трудом сползаю. Какой тут космос? Ну вот смотрите Т3, смотрите тканевую конверсию. То есть в восстановлении щитовидки есть нюансы. И вот эти вот нюансы понимает эндокринолог. К сожалению, терапевт их далеко не всегда знает. То есть подобрали L-тироксин, либо подобрали комби Т4, Т3. То, что касается беременных. Беременность, потребность в гормонах щитовидки растет. То есть, когда мы идем на заместительные терапии во время беременности, дозы выше. То есть средняя расчетная доза L-тироксина у беременных 2,3 микрограмм на килограмм веса. То есть во время беременности мы под контролем анализов плавно повышаем дозу тиреоидных гормонов. Дальше женщина родила, и мы обратно дозировки снижаем. То есть, друзья, если вы видите у себя симптомы гипотиреоза, полностью обследуйтесь, ТТГ, свободный Т4, свободный Т3, антитела, УЗИ щитовидки, витаминки, микроэлементы, белковый обмен, то есть то, что влияет на выработку гормонов щитовидки, и дальше с грамотным эндокринологом подбирайте и гормональные препараты, и негормональные препараты, то есть те витамины, микроэлементы, которые влияют на выработку гормонов щитовидки и на активацию, то есть на конверсию Т4 в Т3. Все доктора в нашей команде умеют подбирать терапию заместительную щитовидной железы, работают с витаминами и микроэлементами, то есть умеют подбирать негормональную восстановительную терапию для щитовидной железы. Поэтому, друзья, когда есть жалобы, не нужно затягивать. Чем раньше мы начали терапию гипотиреоза, тем лучше результат, и тем быстрее мы восстанавливаем самочувствие, энергообмен, то есть вашу привлекательность, вашу активность. Будьте здоровы, друзья!